Всем привет! И вы на канале Mad Pack. И с вами кто? С вами Брунчик. Ну что, сегодня мы будем обозревать FIFA 22. То есть, да, двушечка, все, наконец-то вышло. Вот, сейчас будут первые эмоции, первые впечатления, ну и, конечно же, первый запуск. Так что надевайте бутишки и все, и залетаем, погнали! Вот новые флаги сделали, раньше просто прямоугольные, такие нарисованные были, а сейчас прям, ну так, прикольно сделали. Ну, кстати, я видел, что на плойке они там это, прям, как на корабле переливаются от ветра, а тут просто без анимации. Это, конечно, расстраивает, что на ПК не сделали так. Ну, это мелочи, конечно, но все равно прикольная фича такая. Да ладно, сразу пробный матч, что ли, у нас? Да ну нафиг. ПСЖ Челси у нас. Вот это поворот, конечно, ничего себе, ПСЖ Челси. Можно, в принципе, на паузу нажать, посмотреть, что у нас тут поменялось. Но, в принципе, меню прям один в один пока. Только цвет, может быть, поменялся и все. А так настройка схемы реально. Реально вообще просто все одно и то же, одно и то же. Ну, давайте посмотрим на графику, на движение, что умеют, что не умеют. В принципе, по финтам я смотрю то же самое, все осталось. Сейчас Неймару дадим. Что он там, что-нибудь сделает там красиво. Ой, сразу прокинул Неймар. Оп. Ну не, ну что-то вообще прям разницы никакой не замечаю, реально. Выдан. Ну все, навесь ему туда. Ой, Скорпиона мог забить сразу же. Первый голешник дебютный мог Скорпионом забивать. Да ладно, тут уже Рамос у меня играет. Ничего себе. Опа, Рамос хотел через себя забить. Не, ну прям один в один вообще, прям вот все, что я делал в 21-й FIFA, все то же самое и здесь. Да ладно. Ну забей ты, голешник-то красивый, сразу прям дебютный, дайте нормальный. Месси забил, голешник Месси. Но мог хотя бы и через себя дать, раз ворота пустые были. Мог и через себя дать. Но это неинтересно. Дайте хоть гол один нормальный забить. Ну что тут по празднованиям? То же самое. Ну да. Они также и празднуют. То есть все кнопки прям те же на самом деле. Ой, опасно было, конечно. А что у них за бутсы такие? О, вот это вар прикольная тема, кстати. Они там врезались и это. Что-то сами себе не закатили. Донарума спас. Не Навас, а Донарума спас. Ну все, мы поняли. Дальше нет гола там. А, он что-то сам себе еще не закатил. Не, ну Рамос толстый, конечно. Вы посмотрите, ну кабан. Даже со спины посмотрите. И другие, какой Рамос. Ну так, повозил Челси. О, смотрите, сводка какая. Вот это интересно, кстати. Смотрите, процент успешных обводок, точность ударов, точность пасов. У Челси, да, получается то же самое. Ну, прикольно, кстати. То есть более такая подробная статистика, сводка. Прям вот это круто, кстати. Владение. То есть где больше мяч всего находился. Прикольная тема. Удары. Откуда кто бил. Там два удара всего у нас там вон. Из пулемета стреляли. Передачи. Не, сводка офигенная. Вот это прям подробная статистика. Вот это круто, кстати. Очень круто. Прям по защите все. Прям блоки, сейвы, выносы, события. О, с аватарками, кстати, голы теперь показываются. Вот это круто, кстати, сделали. Очень подробно, прям интересно будет почитать, прям посмотреть. Вот это реально классно. Прям вообще респект им за это. Вот это классная тема. Вот он, гол Рабона есть. Давай-ка, ну-ка. Порадуемся. Йо, а что так слабо порадовался-то? Ну, это неинтересно. Ну что, зато гол Рабона есть, один более-менее, но это самый простой. Ну вот, замены тоже так же делаются, прям точь-точь так же. Ну, самое легкое, вратаря прибрал, надо было хотя бы радугой перебросить. Ну ладно, что, Рабона тоже прикольно, в принципе, Рабона тоже залетает, заходит, поэтому нормально. В принципе, пас на ход был, на скорости ушел, Верати мы поменяли, погнали дальше. Ой, да ладно. Ну не, анимация прям вообще один в один реально. Они что, прикалываются, что ли? Они просто чисто над графикой, что ли, поработали? Да, финты то же самое, не знаю, пока под... Ну, игра только медленная была, и все. А так по движениям, там, ну, удары почему-то тоже, как бы, вот из-за Месси я бил, мне вообще не понравилось.
Ну вот они там прыгают, прыгают такие. Ну, может быть, жесты руками сейчас, да, прям какие-то добавили. Может быть, жесты руками есть. Вот, а так... Месси 30-й, все, всем пятюни, пятюни, там все. Вот они, вот они. Ну, не знаю, короче, как на консоли. Но мне кажется, на консоли все-таки лучше. Плюс там все-таки PlayStation 5. Поэтому я думаю, наверное, они все-таки больше работали над этим. Потому что на ПК вообще ничего не поменялось. Вот это, конечно, расстраивает. Ну, прям, ну, один в один, прям реально. Выход один в один. Что 21-я, что 22-я, не помню, что там в 20-й было, может быть, там то же самое было. Вот, поэтому не знаю. А, вот и фоточка подъехала. Как я вам и сказал, вот и фото, завалились, фоткаются. В принципе, все, дальше пропускаем, нам, в принципе, дальше неинтересно. Вот общие сведения, тут вообще экономно как-то. То есть, если, наверное, подробно заходишь, тут уже, да, как мы обсуждали, тут уже все поподробнее будет. Но это крутая тема, согласен, конечно. Вот тут скромненько сделали, туда заходишь, прям круто. Благодарим за игру FIFA 20, вы получаете следующие награды. Стартовый дивизион, благодарим за игру FIFA. Вы начинаете сезон в 8-м дивизионе, не в 10-м, но это не очень. Приз ветерана FIFA 21, вы получили приз ветерана, а также доступ к своему залу награды FIFA 21, понятно. Имя и внешность вашего профи перенесены. Клубы профи, вот наша тема, клубы профи. Опачки, ничего себе. Смотрите у нас, кто тут стоит. Прикольно, стройте сами. Опачки. О, смотрите, игрок меняется. Но это я подглядел на самом деле. Кто на плойке играл уже, да. Они залетали, вот они так хоп сюда заходили. То раз, новый игрок. Да, опытом что-то, да, зашли, новый игрок. Вот, но у них анимации зато были. То есть у них там флаги были, когда язык выбираешь, да, они там такие. Вот, ну и игроки тоже, анимация игроков была, тут просто картинки. Даже сейчас ничего не меняется, вот смотрите, вообще ничего не меняется. Но меню поменяли, меню прям дизайн все поменяли. Видосиков что-то у меня пока никаких нету. Менюшка другая стала, в принципе. Ультимейт, нажимаем играть. Что у нас тут? Быстрый режим, Вольта, ультимейт, новая карьера, клубы профи наши, сезоны и сезоны. Вот сейчас мы в сезоны зайдем, посмотрим. Так, 8-й дивизион, как мы обсуждали, то есть был во втором. Вот, дали 8-й дивизион. Не с 10-го, как мы начинали на стримах, а с 8-го дивизиона. Вот, ну, в принципе, тут то же самое все, да. То есть, короче, меню поменялся, то есть цвет только, вот заставка, да, темно-синее стало. Не знаю, Midnight, как говорится, или еще что там. Вот, клубы профи. И все, в основном тут больше ничего нету. Вольту там надо будет тоже продегустировать, посмотреть, что там в Вольте. Ultimate Team, ну, всем известно, сейчас Ultimate Team, как бы все ее юзают. Там все, в принципе, то же самое. Как известно, клубы профи, давайте моего игрока посмотрим. Точнее, не ему, а Макса, хоккеиста, он играет. Ну да, его прям игрок. То, что вот он был, 80 очков навыков. Так, ну тут, кстати, что-то поменялось, кстати, да. Вот тут прям вот это окошко большое стало, поплотнее стало. Клуб, а, клуба еще нету, кстати. То есть наш клуб остался в FIFA 21. Да, ну тут, кстати, поменяли реально, кстати. Макс, давайте посмотрим, что здесь стало. Без данные, позиция, то есть... А, ну вот тут все, меняю. Рост я могу тут поменять. А, ничего себе. Характеристика разблокирована. А, ну вот это архетипы так и осталось, как я понимаю. Вот это все так и осталось. Да. В принципе, один в один. Ну, только чуть-чуть иконочки поменяли, а так один в один, в принципе. Вот, ну я думаю, все режимы все то же самое. То есть матч мы уже сыграли. Ultimate Team, я думаю, на стриме зайдем, посмотрим, скроем паки как раз все вместе. Поэтому, думаю, отдельно выпуск для этого не надо. Просто в стрим залетим, сделаем мы, откроем паки и все. Ну и Вольту там тоже что-то улучшили, поюзаем Вольту. Ну что, давайте подведем итоги тогда. Давайте пройдем, что поменялось. Поменялся, то есть, выбор языка. То есть, новый флаг появился, но он без анимации. То есть, вот, что обидно, там обычно должна... Ну, точнее, на консолях я видел, там анимация. Вот. И также, когда из меню в меню листаешь, да, игрок меняется. То есть, у нас просто картинки игроков, да. Вот. На консолях там именно прям анимация игрока. Там девушки появлялись, футболистки, да. Футболист менялся. То есть, а у меня тут было только 3-4 футболиста и все. И один и тот же потом тренд, да, стоял всегда, вот. Поэтому это изменилось. Цвет меню немного, да, само меню поменялось. А, что еще поменялось, в принципе? Анимации не добавили, да, ну... Больше, в основном, кстати, ничего больше не поменялось. Меню такое же, да, вкладки всякие. А, ну статистика подробная стала. Все.
вот статистика, наверное, единственный большущий плюс, прям, да, это круто, что подробная статистика, это прям интересно посмотреть. Вот, в остальном прям все один в один, да, то есть вкладки такие же, игра такая же, движение такое же, там, ну, графика чуть улучшилась, само собой, за год они там прокачали графику чуть-чуть, а также анимация то же самое осталось, то же самое, то есть, в принципе, плюсов каких-то прям вау никаких нету, что там, типа, флаг поменяли, игроков добавили, но это вообще прям по минимуму, да, меню, там, цвет меню, ну, само собой, там, из каждой фифы это все меняется, вот. Единственную статистику добавили, еще раз повторяю, статистика крутая, вот. Поэтому давайте в следующий раз залетайте на стрим, вот, и там как раз подробно еще пробежимся по всем пунктам, постримим, как раз поиграем, в ультимейт залетим, паки вскроем, вот. Поэтому давайте, спасибо вам за просмотр, залетайте, лайкосики, комментарии, вы уже там тестили, не тестили, плюсы-минусы свои пишите, что заметили. Ну, еще раз повторяюсь, на консолях круче смотрится, если даже если там анимация, если, ну, там, ну, поприкольнее, я думаю, вот. Поэтому все, всем спасибо, давайте пока, бутсишки снимайте уже, можно, все, увидимся.